Компания живет на рынке больше 25 лет. Это убедительный срок, чтобы понимать, что компания с устойчивыми правилами и компания не исчезнет завтра. И не каждая компания предлагает вам не просто один аппарат, а целую концепцию. Чтобы узнать больше о технических возможностях оборудования BTL, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о нашем опыте работы с компанией BTL. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и обязательно поделитесь им со своими коллегами. И вы можете скачать памятку о технических возможностях оборудования компании BTL, нажав на ссылку под этим видео. Также по этой ссылке вы можете связаться с официальным представительством компании BTL в России. Наш опыт работы с компанией BTL начался с клинических протоколов, которые мы разрабатывали для этой компании для аппаратов Vanquish и X-Wave. По счастливому стечению обстоятельств, аппарат, который мы долго смотрели, который я видела на международных конференциях, особенно американских, под названием M-Sculpt, это тоже детище компании BTL. И мы ждали этот аппарат, ждали, когда он появится на рынке, и поэтому он стал дополнением к нашему сотрудничеству. Есть такое понятие знаков. Не знаю, верите ли вы в знаки, мне приходится в них верить. Потому что когда в моей жизни, когда мы еще не сотрудничали с компанией BTL, все время стали на глазах появляться слова BTL, 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 причем везде. Приезжаешь в Вашингтон, заходишь в холл Конгресса, и весь холл совершенно вот уставлен баннерами рекламными BTL. Поднимаешься по лестнице и видишь слово M-Sculpt. И вот слово BTL меня стало преследовать в последние годы все время. К чему бы это? Да к тому, что теперь мы сотрудничаем с компанией BTL, успешно. Не пропускайте знаки, они имеют значение в вашей жизни. Мы работаем с многими компаниями и производителями, и представительствами, и дистрибьюторами аппаратной техники. Мы на рынке с 1999 года, это 20 лет, это много. Я вот могу сказать про себя точно, что для меня есть несколько моментов, на которые я обращаю внимание, которые есть у компании BTL. Первое – это срок жизни на рынке. Компания живет на рынке больше 25 лет. Это убедительный срок, чтобы понимать, что компания с устойчивыми правилами и компания не исчезнет завтра. Второе. Это медицинская компания, которая изначально и очень долго производила аппаратуру для медицины. Это для меня является очень важным моментом, потому что я понимаю, что компания будет соблюдать все правила безопасности как по отношению к пациентам, так и по отношению к нам, специалистам, которые эту технику используют. Третий момент. Прозрачность. Я люблю прозрачные отношения и договариваться на берегу. Это очень важно для владельца бизнеса, когда ты четко понимаешь, какие правила игры. И четвертый момент, когда эти правила игры успешно соблюдаются. И пятый фактор, который в какой-то части может быть и первым, это человеческие отношения. Они существуют в том числе и на бизнес-рынке. И мне совершенно не безразлично, с какими людьми мы делаем этот бизнес. И это для меня решающий фактор в выборе партнеров. Шестой немаловажный фактор – это маркетинговая политика, маркетинговая помощь при продаже услуг. Не каждая компания, продающая аппараты, предлагает вам помощь в продаже услуги, привлекая пациентов. И не каждая компания, седьмое, предлагает вам не просто один аппарат, а целую концепцию, которой мы воспользовались, составляя нашу программу «Body to Life». Оборудование мы выбирали, исходя из концепции. Нам нужно было закрыть те проблемы, с которыми приходят наши пациенты, и чтобы это был правильный алгоритм работы с пациентами. Поэтому выбор аппаратуры исходил из этого. Первый момент. Второй момент. В легальном поле все аппараты должны быть регистрационными удостоверениями. Следующий момент. Аппараты должны быть эстетичными в этом плане. Вот для меня, например, это тоже важно, потому что с точки зрения эстетики, с точки зрения общего стиля, эти аппараты украшают кабинет и делают его. И поскольку процедуры по работе с целым – это неоднократные процедуры, нужно было, чтобы эти процедуры были безопасными, и процедуры были безболезненными, не требовали никакой реабилитации. И еще раз повторюсь, это очень важно для нас, чтобы они были безопасными и для наших специалистов. Боль многих владельцев клиник – это доставка оборудования в срок или не в срок.
нарушение или соблюдение сроков поставки оборудования. Вот с этим с компанией BTL у нас никогда не было никаких вопросов. Не то, что в срок, а некоторые аппараты доставлялись у нас досрочно. Техническое обслуживание, наличие запасных частей, логистика – это такие важные вещи, на которых зиждется нормальный, хороший мировой бизнес. Обучение врачей. Неоднократное, многократное. С приездом специалистов зарубежных, которые нас обучали. Поддержка в плане дидактического материала, рекламного материала. Это такие уже даже не мелочи, но это то, что составляет нормальные партнерские взаимоотношения, к которым, конечно, хочется возвращаться. Ни для кого не секрет, что многие процедуры, многие аппараты мы привозим в клинику, экстраполируя какие-то проблемы на себя. И, соответственно, все методики, все технологии, которые на сегодняшний день у нас присутствуют в клинике, они не то что апробированы на себе. В принципе, мы их подбирали под себя, как пациентов, решая свои личные проблемы, пытаясь улучшить себя лично. Поэтому вот такая, ну, на наш взгляд, улучшенная версия самих себя, это касается не только меня, хотя я активный пользователь, активный пациент всех методик, которые у нас есть в клинике, в том числе и программы Body to Life. Потому что хочется сохранить себя, свое тело, не только красивым, но и здоровым. Все знают нашу придирчивость в выборе компаний-партнеров. Именно поэтому мы выбрали компанию BTL. Чтобы скачать памятку о технических возможностях оборудования компании BTL или связаться с российским представительством компании, нажмите на ссылку под этим видео. Нам важно ваше мнение, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.